Всех приветствую. Итак, я приехал на Малый Талдыколь. Это его часть, которая находится от проспекта Улудала. Вот здесь вот продолжение Улудала. Там у нас проспект Туран, который по сей день пока перекрыт. Хотел я убедиться, насколько это правда и как у нас активно засыпают это озеро. Смотрите, здесь груда мусора. Здесь строительные материалы. Вот это озеро. И смотрите, там у нас лебеди. И они даже со своими птенцами. Видите, да? Ну, смотрите, здесь куча мусора. Озеро просто необъятное, очень большое. Днем я поднимал дрон. И очень хорошо было видно, что вот здесь вот находится мусор, а с той стороны уже малую часть озера полностью засыпали. А сейчас это же место только с высоты птичьего полета. Вы видите малую часть озера, далее я покажу продолжение этого озера. С высоты можно разглядеть, насколько оно большое и как его активно засыпают.
Здесь у нас идет стройка, застройщика Галамат. Далее идет продолжение озера на той стороне, вы могли тоже увидеть с дрона, но оно настолько большое озеро. Обойти его, конечно, нереально просто. Ну вот вы видите, в каком здесь все состоянии. И вот здесь вот повсюду, видите, проезжает сюда техника, здесь следы от КАМАЗов, самосвалов, все это сюда. Видно то, что здесь ежедневно это все сюда, мне кажется, доставляется. Как только у них мусор набирается, они его сюда весь вывозят. Вот смотрите, здесь место вот не могут засыпать, все равно здесь появляется вода. Там дальше уток, их просто очень большое количество, вон там если снять ближе. Там много живности. Я просто хотел показать, какой ущерб наносится. Вот здесь это все засыпали. Здесь вот это здесь маленький проход, а он вел туда еще к одному озеру, получается. Ну, то есть продолжение озера было, но его уже засыпали. Вот здесь оно шло, естественным образом своим протекало. И это уже засыпанная часть, я так понимаю, вон она идет. Вон эта груда мусора вся. Лебеди сюда к нам больше не вернутся, мне кажется, уже следующим летом. Я попытаюсь побраться поближе. Так. Комаров здесь тоже очень много. Вон, смотрите. Это я им сейчас пока мешаю. Он издает звуки. Вот видите, вот так вот шло оно. И доходило вон туда. Ну, там уже активно засыпали. Такой вид, закат. Думаю, рано или поздно, если не принимать меры, то этого озера здесь не будет. Чайки летают. Это все следы от техники. Сюда все довозится активно, видите? Это неестественные камни, здесь такого быть не может. Так. Очень неплохую часть уже засыпали здесь, это прям видно, и с дрона, надеюсь, вы это рассмотрите. Так вот. Астана, Нур-Султан, 2022 год. Здесь, прокладывая вот этот проспект Улудала, они уверены, вот это озеро соединялось с другим, которое вы увидите с дрона. Оно было одно единое, но ради этой дороги его уже тазы засыпали. Это мое предположение. Не нужно быть экологом, чтобы видеть, что здесь творится незаконные и неправильные вещи. Я думаю, это так. Пишите свои комментарии, распространяйте это видео.